Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас очередной тест Фикс Прайс. Смотрите, что я купила. Это глиттер тату, набор блеск тату, трафарет 6 штук, блестки 3 цвета и кисть. В общем, это какой-то тату, моментальный эффект. Я думаю, что здесь все уже включено, и не нужно нам будет никакого клея, ничего такого. Давайте откроем, посмотрим, что здесь есть. Стоит всего лишь 55 рублей. Я подумала, да почему бы не протестировать красоту такую. Конечно, это лучше на лето, но тест-то должен быть. Трафаретов на самом деле много, классненьких. Что здесь внутри? Здесь внутри вот таких три цвета блестки: черный, золотой, голубой. Вот такая кисточка. И трафареты. Очень много всяких интересных трафаретиков. Вот они. Сейчас мы с вами выберем какой-нибудь один из них. Ой, роза, звезда, ушки, мне кажется. Ой, сейчас ушки будут прикольно. Черную розу никак. Или колючку. Давайте ушки, мне нравятся ушки. Где мы сделаем? О, давайте вот здесь. Давайте вот здесь сделаем. Да, мне кажется, здесь будет хорошо. Итак, что нужно сделать? Читаем инструкцию. Значит, вообще инструкции здесь не написано. Здесь нарисованы 6 трафаретов. И вот прям на картинке. Блин! Нужен тампон. Ой, смоченный водой тампон. Чтобы перевести наклейку. Пошли мочить тампон. Вернулась. Вот он у меня тампончик, смоченный водичкой. Итак, первое, что нам нужно сделать, это наклеить эту штуку. А здесь такая пленочка у нас. Мы ее снимаем. Вот она. И мы ее сюда приклеиваем. Денечка, аккуратно. Мы ее приклеиваем сюда. И вот, вот так вот мокрой штучкой вот этой вот смачиваем. Смачиваем. Дэн, у тебя уже этот костюм маленький, походу. Да? Смачиваем. Смачиваем. Не написано, на самом деле, сколько времени. О, ну, будем смотреть, да? Так, ну она потихонечку переводится. Дыня, ну пожалуйста, я тебя очень прошу, не трогай ничего. Ну не возмущайся, котен. Все, мы перевели. А, вам не видно, но я сейчас покажу поближе. Вот, видите? Такие ушки. Я как понимаю, это просто вот такой вот липкая такая штучка остается. И сейчас нам нужно взять. Что нам нужно взять? О, Дэнь, ну что ты бордишь все, маме? Ну не борди, маме, не давай. Так, мы отклеили. Теперь нам нужно нанести блеск. Я возьму черный блеск, потому что кошечку хочу, чтобы у меня была черненькая. Сейчас все начнут звонить. Я чувствую! Дэнни бегает вокруг всего этого. Представляете, как мне тяжело снимать? Это просто трэш какой-то. Дэня, аккуратно. Я беру. Не трогай. Боже. Что за издевательство надо мной. Я беру, короче, вот так вот. Вот так открыла. И вот так вот я прям наношу. Блин. Показать вам. Может, я лучше пальцем это буду делать? Да, я лучше пальцем. Так. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Толстым-толстым слоем я наношу. Слушайте, блестки такие классные. Они такие меленькие. Мне кажется, они могут пригодиться для любого другого дела. Они очень классные. Вот что у нас получилось. Вот такая штука. И теперь нам нужно все это смахнуть. А куда мы это будем все смахивать? Это какой-то ужас. Ужас. Теперь показано на картинке, что мы должны взять вот эту кисточку и все смахнуть. Вау! Действительно работает. Вау!
Только я вся в блестках, конечно. Да, Дэнни. Это надо, я не знаю, пойти искупаться, что ли. Короче, по кругу у меня вот здесь везде блестки, чтобы вы понимали. Видите, везде черненькое. Но сам факт, что рисунок прорисовался, да? Будь здоров, зайчик. Чуть-чуть вот оторвалось ушко у него, потому что плохо там было приклеено, но вот такая красота. То есть я понимаю, что мы можем делать это, и надо было чуть-чуть наискосочек так сделать, да? Мы можем это делать и цветными всякими штуками, и все. Но я надеюсь, что я искупаюсь, и это все сойдет сразу. Надеюсь, только вот это вот не сойдет. Фишка в том, что когда мы, в общем, приклеили вот эту вот штуку, она у нас липкая, и блестки очень хорошо на нее садятся. Потом, когда мы смахиваем все эти дела, как бы, да, то блесточки остаются, и у нас остается красивый рисунок. Мне кажется, что на лето это вообще замечательно. И, в общем, очень классно. Блесток, Дэнни, господи. Я категорически вам противопоказываю делать это с детьми, иначе все будет в этой фигне. Все, мои хорошие, вот такую штуку мы с вами протестировали. Получилось такое интересное коротенькое видео. Надеюсь, оно было интересным и полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Впереди много интересного, много тестов фикс прайс. И, в общем-то, вообще много всего интересного. Все, я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Наконец-таки у мамы что-то получилось, Дэня. Хоть ты и мешал. У меня получилось тату с препятствиями.